Всем приветики! Эта неделя, конечно, выдалась насыщенной на разные мобильные новости, ведь помимо выхода новых игр закрылись и много старых, включая Стального Алхимика, Волзерк и других, что немного печально. Но вместе с тем вышло не меньше интересных релизов, о которых сегодня и расскажу, так что не забудьте поддержать видео лайком, а канал подпиской и начинаем! Приятного просмотра! Как вы знаете, я фанат мобильных игр, особенно мультиплеерных по типу Arena Breakout, PUBG или Genshin Impact, но с недавнего времени у всех возникла проблема с их пополнением. Поэтому я нашел отличный сайт Купикод Gold, сервис для пополнения счета мобильных игр, притом с самыми низкими ценами на рынке. Я проверял это реально так. Покупка происходит буквально в пару кликов и максимально безопасно, так как сайт не запрашивает логин и пароль, а всего лишь UID аккаунта, который нужно пополнить, поэтому он остается в безопасности. Дальше выбираем количество игровой валюты и оплачиваем любым удобным способом, включая карты или внутренние купиконы, которые вы можете получать вместе с кэшбэками-бонусами, просто авторизировавшись через ВКонтакте или Telegram. Так как Купикод — это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. Купикод — это целая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Так что ссылку на сайт оставлю в описании. 20 место Witch Cry The Red Hood. Продолжение одной из моих любимейших адвенчур в сказочном мире, в первой части которой мы убегали от лесной ведьмы Аки Бабы Яги из ее избы с кучей тайн и необычных вещей. В этой все продолжается, ведь сбежав из хижины, герой оказывается в огромном лесу, выбраться из которого помогут советы некой Гретель. Что само по себе уже интересно, учитывая визуал, сказочных существ и прочее. Но рекламы сюда завезли просто тьму, за буквально каждое вспомогательное действие, что, конечно, топит рейтинг и отношение к игре. 19 место Gangsta Battle Arena. По своей сути очередной подражатель форточки, которую официально скачать проблематично, так что свято место пусто не бывает. Правда, эта игра предлагает более аренные сражения с видом камеры сверху, но в такой же мультяшной стилистике с похожими механиками, где нужно фаново бегать по локации, отстреливать врагов, коих может быть до 24 на одной карте, или в соло, или вместе с друзьями, что увеличивает интерес. Правда, вышла игра только в мягком запуске, потому для скачивания нужен VPN. 18 место Art of Rally. Портами с ПК, наверное, никого уже не удивишь. Но в момент, когда начали выходить сплошь и рядом донатные гринделки с гача, такие игры, как это, просто не могут не радовать. Конечно, она платная, но зато без рекламы, внутриигрового доната и прочего, только лишь концентрированное веселье от геймплея. Так как это раллийная гонка с аркадной графикой и камерой сверху, но при этом симуляторной физикой, где поведение тачки меняется в зависимости от грунта, а поворот зависит не только от направления колес. 17 место – Witch Hood. Ну и не отходя далеко от портов с ПК, это еще один, правда, который нам пришлось ждать несколько лет. И что интересно, за последнее время вышло много годных таких портов. И Little Nightmares, Hitman и многие другие, о которых, если что, я рассказывал в отдельной подборке с портами на канале. Ссылка на нее будет в описании. А что касаемо этой игры, здесь так же, как и в Potion Permit, предстоит собирать ресурсы для крафта зелий, но на сей раз в роли ведьмы с полностью русской локализацией. 16 место – Jump Assemble. Та самая дота с персонажами из аниме наконец-то вышла из бета-теста и сразу попала в софт-запуск, то есть для нас ровным счетом ничего не поменяется, так как для скачивания по-прежнему нужен VPN. Однако теперь хотя бы не сносится достижение и доступ к игре не закрывают. Хотя, как можно судить по закрытию Apex, Волзерк и прочих, это тоже не гарантии. И тем не менее, все классические элементы мобы здесь сохранены, от двух респов с зеркальной картой до кучи персов с уникальными умениями. 15 место Primal Conquest Dino Era. Технически обычный Tower Defense, но в необычной обертке, что-то сравнимое с Арком, только если там это выживание, то здесь просто накопление баллов, за которые после нужно расставлять разных динозавров по своим местам с уникальными способностями, что довольно интересно смотрится, учитывая, как сложно разнообразить довольно однотипный жанр. К чему здесь также добавили прокачку базы, эволюцию Дино и, конечно же, гачи, куда же без этого. 14 место Oh My N. Я не особо люблю такие игры, геймплейное ядро которых состоит из пазловых элементов, включая три в ряд, но здесь немного нестандартный случай. Ведь основой здесь является сюжет, который строится на романе Аня из зеленых мезонитов, а геймплей лишь как дополняющий элемент вовлечения для тех, кто, например, не очень любит читать книги, а вот в игры поиграть не против, что дополняется элементами point and click, поиском предметов и действительно трогательной историей. 13 место Aeolus Stars 2.
Как уже сказал в начале, эту неделю омрачило известие о закрытии такой игры, как Wolfsburg, но тут же на нее место пришла другая RPG с питомцами, а она в свою очередь основывается на идее покемонов, которых здесь называют Яби, и из них нужно формировать собственные команды, дабы после отправиться в полуоткрытый мир для сражения и прокачки. Выглядит все в анимешной стилистике и пока доступно только в азиатских регионах, но как замена закрывшейся игре хотя бы так. А вообще, закрытие мобильных игр после их релиза – звоночек весьма неприятный. 12 место – Offroad Driver. Новенький симулятор внедорожья, который совсем немного не успел, чтобы попасть в недавний топ с реалистичной физикой. Если вы, кстати, его еще не видели, советую посмотреть, там много чего интересного. Ну а здесь все строится на преодолении природных препятствий на пути к конечной цели, что давно уже не уникально. Но эта игра выделяется отечественной техникой, притом не только УАЗом, но еще и Нивой, которых в таких играх я не припомню. Так что зарубиться в болоте теперь можно на любой машине. 11 место – Strange Horticulture Tour. Вот бывает такое состояние, что ты как будто бы хлебушек, просто хочешь лежать и ничего не делать. В принципе, как вариант, конечно, можно и так, но при желании приятно провести время, когда вообще ничего не хочется, подойдет эта игра, в которую можно играть на фоне аудиокниги, сериала или просто попивая чаек, одной рукой выполняя задание. Так как мы, по сути, играем за ботаника в обычном понимании этого слова, где в загадочном месте должны собирать разные травы для посетителей нашей лавки. Иногда это делать просто, а иногда разбавляется вариативными загадками. Но в целом, когда надоедают динамичные экшены, эта игра идеально подойдет. И кстати, половина топа позади, так что просьба поддержать видео лайком, ведь дальше будет только интереснее. 10 место – Paper Trail. Netflix теперь не просто портирует игры с ПК на смартфоны, но и выступает в роли полноценного издателя. Зачем, думаю, будет интересно понаблюдать, так как они в основном спонсируют разные инди, которые единственное сейчас тащат игровую индустрию. Вот и эта игра явно выбивается на фоне всех остальных, делая упор на артовое окружение с элементами головоломки, где на каждой локации есть свой обитатель с предысторией, которому нужно помочь, что и играется, и выглядит реально интересно. Кстати, я уже начал готовить топ лучших игр от Netflix, так что если знаете какие-то, можете написать о них в комментариях. 9 место – Devil War. Ну и еще один небольшой инсайдик на будущее, скоро вас ожидает топ лучших шутеров за последнее время, куда войдет в том числе и эта игра. Так как шутеры бывают разные, но вот те, которые подражали бы Думу, на смартфоны выходят редко, хотя сам Doom при этом запускали даже на калькуляторе, так что геймплей наверняка будет многим знаком. Это динамичное рубилово на разных многоуровневых аренных картах от первого лица, где под динамичную музыку нужно изничтожать полчища демонов, что здесь выглядит весьма аутентично, правда пока доступно лишь на iOS. 8 место – Sclerosis – A Horror Game. Пару лет назад я уже рассказывал, как один энтузиаст решил портировать на смартфоны оригинальную Амнезию, что у него отлично получилось, и он даже предлагал покупать Steam-версию, чтобы начинать играть на смартфоне. Но разработчики оригинала этого все равно не оценили и игру из маркета удалили. Но парень не сдался и решил выпустить игру под другим, но похожим названием, и это прокатило. Так что по сути это культовый хоррор Амнезия, только на смартфоны, поэтому страх и паника идут в комплекте, так что явно советую всем попробовать. 7 место – Lovecraft's Untold Stories. Разработчики в принципе не скрывают, откуда черпали вдохновение, и вынесли культового автора прямо в название. Хотя геймплей на это рогалик с элементами RPG-экшена, где герой должен бродить по процедурно генерируемым местам, основанным как раз таки на произведениях Лавкрафта. Местами это, конечно, сложно различить из-за пиксельной графики, ну а местами это создает свой уникальный антураж, чем-то даже напоминающий изометрические игры начала нулевых. В общем, на удивление получилась годная игра, а если хотите отдельный топ с пиксельными играми, дайте знать об этом в комментариях. 6 место – Почини мою машину. Еще один симулятор, на этот раз ремонт автомобилей, этакий кар-механик только от других разработчиков, которые, чтобы хоть как-то выделяться на фоне, предлагают под разборку и восстановление не только четырехколесную технику, но и мотоциклы, разные корчи и прочее. А главное, не обязательно восстанавливать все по заводу, можно немного похимичить, накатив стейдж, установив турбину или и вовсе свапнуть мотор, чтобы затюнить тачку не только внешне, но и по технике. 5 место – Guns and Gangs. И еще одна новинка, доступная через филиппинский VPN, если, конечно, вам не лень его подключать для обычного шутера от первого лица, где в сражениях участвуют как реальные игроки, так и обычные боты. Особенностью же является графика и карточки с оружием разных характеристик. Так что, как по мне, если вы не гоняетесь за новинками, как я, можно и подождать глобального релиза, когда будет больше игроков. А пока можно сыграть тот же Warzone, который недавно релизнулся во всем мире. 4 место – Immortal Prince.
Буквально в прошлом топе я рассказывал о порте Hades от компании Netflix, как спустя всего пару дней свою версию похожего рогалика выкатила независимая студия, но с подобным геймплеем, стилистикой и механиками сражений. Притом в ней есть сразу русская локализация и сюжет, ну а главное, в отличие от порта Hades, доступна игра в том числе и на Android-устройствах, а не только на iOS, притом даже после релиза активно дорабатывается разработчиками. Третье место – Age of Empires Mobile. Это классическая стратегия в реальном времени, первая часть которой вышла аж в 1997 году, то есть прям реально классика. Где задача — это построить могущественную империю в стилистике средневековья, начиная с небольшой деревушки, для чего нужны ресурсы, люди и технологии. В том числе, чтобы улучшать армию и противостоять как захватчикам, так и самому в определенный момент перейти к расширению территорий своей империи. А вообще, если хотите больше стратегий, можете посмотреть жанровую подборку таких игр на канале. Второе место – Hyperfront 2.0. Вот эту игру так просто достать не получится. Нужны китайские соцсети, естественно VPN и много танцев с бубнами, так как пока тест только для Азии. Но события весьма значимые, поэтому пройти мимо я тоже не мог. Ведь это реально мобильная версия аренного шутера с ПК, где, как и в КС-ке, есть две команды с разными оперативниками, только здесь у каждого свои способности. Год назад разрабы оригинала через суд закрыли копию. И вот наконец-то выкатили свою версию, так что явно ждем глобального теста или релиза. Ну и первое место — City of Outlaws. По сути, это смесь GTA и киберпанка, только у тебя на смартфоне. Подобных проектов, которые бы делались с нуля, давно не выходило, поэтому данная игра и навела столько шума. Ведь по сути это тот же симулятор открытого мира с полной свободой действий, где можно угонять тачки, грабить банки, под это даже заточен местный сюжет с озвучкой героев и катсценами. Собирать пушки, прокачивать героя или устраивать кромешный Армагеддон. В общем, что делать, решаете только вы, с крутой графикой и неплохой физикой. А на сегодня это все, спасибо, что досмотрели до конца, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых или старых видео на канале.